ходе рейда работают несколько экипажей в разных точках. Один за другим останавливаются автомобили, и почти у каждого есть нарушение. Водителям рассказывают о проводимом месячнике безопасности, проверяют документы. И если нарушение выявляется, выписывают штраф. Где передняя защитная? От внимания инспекторов не ускользает даже мелкое нарушение или погрешность в техническом состоянии автомобиля. Если нарушение есть, призыв остановиться водитель может услышать в любой момент. Водитель, Жигули, право, прижимаемся, остановку делаем. От внимания инспекторов не ускользнули и нарушения, которые допускают велосипедисты и пешеходы. В целом, за период проведения месячника пассивной безопасности дорожного движения было выявлено более сотни нарушений. Было выявлено 104 нарушения правил дорожного движения. Из них самые грубые – это было выявлено 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 37 нарушений установленного скоростного режима. Также было выявлено 2 выезда на встречную полосу, 17 нарушений правил пользования ремнями безопасности. В поселке Богучаны непосредственно было выявлено нарушение проезда пешеходного перехода и 7 нарушений перевозки детей. Акцент именно на эти нарушения не случайен, так как именно они, по мнению инспекторов, наиболее влияют на безопасность дорожного движения и на последствия ДТП. Кроме того, сотрудники ГИБДД вновь и вновь напоминают: используйте ремень безопасности и детские удерживающие устройства. Берегите себя и своих пассажиров. Евгения Шамбренко, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны».